А вот теперь погнали. И не убраться, а какую-нибудь встречку. 320! Здрасте, мы приехали. Эрон Дондон на ваши мониторы. С вами вновь Сони. Добро пожаловать в Need for Speed The Run. Серия состязаний. Ребятки, предлагаю сейчас проехать серию Need for Speed Under Mighty Ground. Это будет прикольно. Мы что, на Годзилле будем гоняться? Или... А, там 350-ик я видел, или 70-ик, простите. А, значит так, три гонки. Быстрый Эдди у нас будет. Почувствуй андеграунд, детка. И гонка гонок. Ну, давай начнем с гонки гонок. За полторы минуты нам предлагают проехать. Вот такая тачка выдается нам. Зеленая какая-то она, что-то, блин, странная. Типа Underground 2, но в Underground 2, по-моему, был покруче. Этот Ниссанище, насколько я помню, да? Что-то тут... И схалтурили пацаны немножко. Ну ладно, как есть, так есть. Насрать, мы все равно дальше капота ничего не видим. Зато мы видим весь экшон, то, что здесь происходит. Эрон Дондон, мать вашу, так сказать. Да, ребята? Сдаешь пятую? Ну что, гонка-гонок, говорите. Так, там еще и на время что-то безобразие надо проехать. Ну давай попробуем. Мне бы слипстрима. Седьмой нема. Седьмая передача есть, конечно же. Пацаны. Пацаны, вообще, ребята. Об вас бы бустануться хотелось бы. Да не убиться, было бы неплохо. Слушай, тут прям реально гонка-гонка. Во, сейчас я прям чувствую. Я чувствую твой слипстрим, братан. Я вот прям сейчас захожу. 320! Здрасте, мы приехали. Мими. Спасибо, хоть невидимку сделали. Блин, с этими чертями времени теряем. Ниссан, давай, давай, ты можешь. Заруливай. Там сокращенница было, ну ладно. Мы и без него как-то всех объедем. Мы уже первые. Так, продолжаем. Наше темненькое дельце. Стрит Страйкерс, а тут можно резать вот так? А шоб не. Уй, блядь. А шоб да. Твою ж мать, надо было... Кто построил там это дерьмо, скажите мне? Козел какой-то. Все не для людей, все не для стрит-страйкеров. Ладно, надо было на встречку ехать, там нитро дают. А здесь только по губам дают. Поехали. Куда я заехал? Я трамвайчик, пацаны. Нормально, хорошо устроился. Ну чё, едем дальше. А что мне... А за трамвайчика не дают бонусы, не? Тут что-то я совсем не в ту калитку поехал. А тут что, все, финиш? Блять, не хватило. Сука, не хватило, блин. Вообще хер да ни хера, отвечаю. Сейчас затащим, пацаны. Голда с первого раза. Надо было, блин, всего лишь навсего по встречке дубасить, и все было бы окей. 33-тракер, значит встречка. Погнали еще разок. Зато у нас теперь появился лидер. И мы знаем, что нам надо отбить одну, мать его, секунду. А еще мы знаем, что надо хапануть так удачно, да побыстрее слипстрима. О, пошел, пошел, пошел. Тихо. А вот теперь погнали. И не убраться, а какую-нибудь встречку. Сука, убери свою жопу, она не едет. Уже чуть быстрее выходит, окей, так. Что-то там эти облака мне не нравятся ни разу. Так, ну пока что пацаны все равно едут. Смотри, все живые, даже все красавчики, да? Это предел 313, все. Это максимум, что едет наш Ниссанище. Что, давай, ну, не сработало. Неважно. Не передерживаем передачу. Закидываемся. Оп, спасибо, брателло. Там было сокращение. Не спасибо тебе за это, сука. Время-то потеряно. Я бы сказал, потеряно даже. Что-то я рано переключился, или мне кажется? Я думаю, что да. Тут еще крутить и крутить. Здесь мы уже запомнили, что нам надо навстречку. Потому что тут хотя бы нитро дают. Хоть какие-то дивиденды получим. Дают, дают, поэтому полторы секунды. Я что-то нифига не успеваю, пацаны. Я все понимаю, конечно, но... Ёптить. Сокращение. Хуй ты не рулишься, корыто на колесах. Отматываем. Бать, кто вид поменял? Спасибо, конечно. Но не надо этого делать. Так, нам надо 1,6 секунды намутить. Так, 2 секунды, извините. Так, поржать. Давай миллиметража.
Сосай, Лалка, сосай. Заебь, я еще хуже проехал. Блин, как на тоненького, как это все непросто-то. На то они испытания. Чтобы драть задницу. Погнали. Ну давай. Underground, Вася, ран. Ран, Вася. Underground. Дай слепстрима. Не будь жлобом. Хорош. Даже не замедлился ни от кого. Всему пидерачу. У-ху! Огонь. Соперники тут так, чисто для массовки. Не представляют собой никакие угрозы. Зря нитро, наверное, юзаю в такие моменты. Смотри, это тоже разогнался там не кисленько так. Фу, миллиметражист, окей. Поудачнее. На стиле, мать его. Хорош ебал, пацаны. Езжайте, езжайте себе с Богом. А мне надо продолжать. Куда ж ты едешь? Откуда ты тут нарисовалась? А так, тут встречка, мы помним. Миллиметры, далеко. 2 секунды отбиваю. Вот, вот так мы можем отыграться немного, ребята. И только так, походу. Опа, опа. Даешь нитро больше. Вот. Ну. А со свистом вообще, даже с такой ошибкой. Я главное уже вижу, понимаю, что не увернусь, и там что-то место немножечко так маловато, но ничего. Ес, первую втащили. Погнали дальше. Там Эдди нас ждет. Эдди! В заране! Это ли не круто? Так, что у нас тут? Почувствуй андеграунд. Вегас идеален для уличных гонок, согласны. Главное, не дайте этому городу ослепить вас. Да, Вегас, кстати, крут, но минута 40, ребята. Очень быстрая гонка. То есть мучения будут недолгими. Погнали. Окей. Страдаю, походу, не один я. Это радует. Что-то я не узнаю этот Вегас. Так вообще, как будто я впервые тут еду. Или это он... Ты откуда тут взялся такой? Ой, тут проезда нет? Вы чё? Вы серьезно? Это ж насколько короткая гонка, кстати, что она всего лишь минута 40. Я думаю, что мы уже это, сосо делаем. Ни в один поворот не вруливается, даже на торможении. Да уберите свою бэху! Так, вон лидераст. Финиш близко. Нитро нет. Тут еще и озверевший. Почувствую андеграунд. Да, кстати, в первом андеграунде была боль похожая, кстати, чем-то даже визуально на все это безобразие. До свидания. Там еще и чел на геттере соснул у 370-ка. Так, прямо где? Сюда. Окей. Рули, блядь! А, можно расслабиться, мы не успели. Или успели? Успели. С первого раза. Ой, что-то меня, блин, этот Nissan вообще не порадовал сегодня, ребята. Но мы с первого раза платину забрали. Вот это фартануло. Просто акция невиданной щедрости. На фоне того, что в прошлой серии происходило, здесь, кстати, еще такое лайтовенько. Ну что, поехали теперь Эдику надерем там задницу. Еще раз погоняемся с братишом. Быстро Эдди и его Nissan Skyline GT-R R34 готовы к гонке. А вы всегда готов. Погнали. Эдди, давай. Даже Годзилла, какой-то на 34, они что, ебаные? Я даже не знаю, мне слепстрим, что лучше. Это, конечно, было заеб... Да не очень. Что-то Эдди уехал от нас, трохи. Слушай, реально как андеграунд, а? Локация. Локация.
Заруба, блин, прям, слушай, нормальная такая, хоть и короткая. Ай. Давлю нитро. Чувак на Годзилле. Ой. Ребята, я думаю, что это уже точно не платина. Он туда же поехал, да, вон он. Ох, тут времени, конечно, мы похерили так от души. Слушайте, у меня реально дежавю, как будто в андеграунд попал. Круто. Только более графонистый. Давай 3 км еще. А времени мало. Это не платина будет, это по-любому. Здесь причем, мне кажется, надо будет постараться, чтобы ее взять. Только им надо было музыку еще с андеграунда взять какую-нибудь. За ним. Хотя мне его слепстрим здесь как-то до жопы. Она просто боком выставляется сама по себе, эта тачка. Реально, о чем виляет так? Ща погодь, братан. Ниссан, а можно боком не выставляться, а ехать как-то поровнее? Или это тоже не входит в состав автомобиля Ниссан Z370? Во, нам сюда. Попал, да? Хорош! Передержу передачу, потому что мотора не слышно. Нехуйшеньки. Давайте на встречку вернемся. Там повкуснее будет. Здесь хотя бы кормят нужным газом. Так, сейчас. Явно поуспешнее получается, но... А! Че, успеваем? Е-бой, вот так надо было... Куда ты перестраиваешься, сука? Ты что, в глазки долбишься? Вообще охреневший. Надо было с первого раза так проехать. Слушай, ну андеграунд зашел вообще как по маслу. Я-то думал, тут будет боль, а тут нормально. Не он, где не он, пацаны? Это не андеграунд. Без неона нет. Могли бы нарисовать, жопы ленивые. Был бы не он, был бы Рондон-Дон, а то бы мы заценили, да, ребята? Ха-ха. Ну, как-то так, 3 платины мы зарубили, аж только так, на изи-каточке, так сказать. А, это был, ребятки, Underground в Need for Speed Zero. Но впереди еще будет много чего интересного, и я больше чем уверен, что будет реально жопа горящая дичь. Так что не забудь подписаться и жмякнуть в колокольчик, чтобы не пропускать будущие серии. Также жми лайк, а если было по кайфу. На этом у меня все, с вами был Сони, давайте, ребят, всем пока!